Ну, а вы находитесь на территории уникального музея. Музей этот, уникальность его заключается в том, что это единственное место на всем постсоветском пространстве, сохранившееся от сталинского ГУЛАГа. Причем не отдельно стоящее здание, а полностью с инфраструктурой. И именно поэтому музей включен в число 100 культурных объектов мира, требующих особого внимания, наряду с Великой Китайской стеной. Сегодня у вас уникальная возможность, вам очень повезло встретиться с человеком, который сам был узником этого барака в не столь далекие времена. Это Виктор Георгиевич Пестов. Антисоветская агитация и пропаганда, это статья 70-я, и организационная деятельность, направленная на свержение и подрыв советского строя, это 72-я статья. Разряд особо опасных государственных преступников. Я понял, что если отдаться этой болезни, то можно, так сказать, спокойно соскользнуть в смерти. Мне даже этого хотелось, я должен сказать, потому что тогда считалось, что... Не считалось, а тогда казалось, и тогда так и было, что, в общем, оттуда уже не выйти. Мне прокурор... Но поскольку я не признал себя виновным, то я был пожизненно виновен с точки зрения советской. И прокурор мне сказала... Ни Ленинграда, ни ваших родителей вы больше не увидите. Никто из нас не думал, что это будет стоить в конце концов. Ну, вряд ли меня так вот за уж какой-то протест там возьмут, да и посадят. Вот я вдруг редактирую хронику текущих событий. Я отчетливо понимаю, что меня посадят. И дальше возникает вот какой вопрос. А, ты хочешь право на самоуважение? Ну, так за это, ребята, надо платить. Вот оказалось довольно немало людей, относительно немало людей, готовых заплатить за это право тюремным сроком. Вот, собственно, и все. Пилорамы в этом году проходят 8-й раз. И собирает большое количество людей. Вот наша пилорама – это достаточно... точный слепок нашего общества. За рекой Бояркой вы сюда ехали, вы видели, самая высокая палатка, самые высокие флаги. Это коммунисты, это суть времени, да. Вот они здесь, здесь либералы. Пилорама собирает всех.